Кафедральный собор Святого Вита через один с правой стороны. Карлов мост не очень хорошо виден, но мы там будем сегодня побываем. А вот то, что с левой стороны, там мы сегодня не побываем. Это знаменитая крепость Вышеград. Острог над рекой, два черных шпиля, это костел святых Петра и Павла на Вышеграде. Я упомянула Вышеград как одну из старейших пражских территорий, вы слышали, да, в моем комментарии в самом начале. В 10 столетии на остроге над рекой крепость возникала, укрепили вот этот гранитный острог, наблюдали, хорошо видна долина реки, просматривается на юг, да, то есть стратегически важное место такое для обороны южных рубежей Праги нашли. А кроме всего прочего, бывала переправа, не было мостов в 10 столетии, бывал брод, бывала переправа там, в районе Вышеграда, поэтому и для обороны брода переправы тоже это место важно было. Вышеград столетиями истории прошел, уважаемые друзья. Это интереснейшее место, это то, что нужно посетить, безусловно, бывая в Праге. И у нас Вышеград есть, у нас есть экскурсии дважды в неделю. Если группы собираются, то два раза в неделю мы это комментируем. Как правило, собираются группы, пусть небольшие, но есть интерес к этому. И я вам рекомендую настоятельно, если, так сказать, не с нами, если у вас не получится. Сказать, они же слышат, что подошли.
описывается.1929 год, новогодика. Достраивали храм еще 20-го столетия. Старая часть готическая внутри храма. Один из 20 крупнейших храмов мира. Кафедральный собор Святого Вито. Четвертый год, дата строительства. Кафедральный собор. Красивый. Подожди. Там просто сигурамент и фроши попали, дай мне посадить.
Ану. Тысяча 493 год. Вот это здание 1449. Мы говорим церковь, подразумеваем костел. Мы говорим костел, подразумеваем синагогу. Сокол где-то здесь. На руке. Где? Да? Где сокол? Какой?
Смотри, Андрей. Музей Кафки, смотри, сделали. Сними, держи, снимай. Мне надо вот это вот. Просто держи, держи, он снимает. Просто держи. Там лебеди, ты знаешь, это ведь лебеди. Посмотри. Посмотри, лебедушка. Целая прямо семейство. Не замерзает. Практика. Итак, в последующем столетии, дополнительно.